Но неожиданность, потому что все-таки те аспекты, которые я... Ну что ж, Умарбек Ишмурадов обменялся вымпелом Шарали Джураевым. Это два капитана. А теперь нужно подбросить монетку. Не на удачу, а для того, чтобы определить, кто начинает. Так, Шарали Джураев, что Нурджанов является четвертым резервным арбитром. Давайте смотреть на состав и на расстановку от Асрола Аликулова, главного тренера Таноев. Группа атаки. Ислам Кинджабаев 10 справа. Айбек Нурматов 77 слева. И Джасур Халтураев под номером 11 в центре. Сухроб Нурулаев 17 справа. Айбек Базаров 77 слева. Зизбек Камонов 99 в центре. Джафалиев просвистел. А этих людей я не представил. Давайте их назову. Абдурашид Кудайберганов сегодня главный на варе. Рустам Тагаев ему помогает. И Владимир Назаров со сборной Венесуэлы. Там, ну, брутально венесуэльцы. Мне очень понравились, как они играют. Так, 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 интересно. Мяч штрафной площади уже вылетел оттуда. Насрулаев с левой ноги заряжает. Куда, кому? Штрафную, скидка и выкидывает мяч в футбол. Так показалось, что звук опережает картинку. Друзья, за этой атакой Насар в штрафной площади. Правда, уже без мяча. Здесь очень хорошо. Сори, значит... Я что-то не услышал. Навес штрафную во вратарской. Вот это было по-настоящему опасно. И делают ставку на стандарты в том числе. Давайте смотреть. Навес во вратарскую. Ну и здесь уже Нематов без проблем забирает мяч в руки. Причем на желтую карточку, я понимаю. Да, получает ее. Кто? Халтураев. Ну, как бы это стопроцентная желтая карточка. Я не понял. Садыков. Аликулов. Ну ладно, ударил мяч, так пролетел над воротами. Правую руку, по-моему, за пальцы держался Авас. Вроде все нормально. Навес штрафную, вот это было опасно. Во второй раз. Еще один удар, Насав. Штрафная площадь Кызылкума себя чувствует очень. Вы даже не представляете, как по-хозяйски. Она боится контратаку. Хотят сгонять, может быть, сейчас получится. И напрашивается передача. Отдай направо, хорошо, и дальше надо. Ах, не успели. А вот здесь передача не прошла. Там Ишмуродов закрыл соперника. Хороший получился ответ от Кызылкума. Атака на Сафа уже возле штрафной площади. Коршинцы. И вроде бы уже там падение. Это пенальти, нет? Динамики показало, что 11-метровый удар. Так. Анаджафалиев никуда не показывает. Он пошел к лайнсмену. Что такое? Раз. Вот оно. Че, Михалыч, как говорил герой Светлакова. Другая будет история. Так, передача, мяч поле покидает. Не покидает, Насрулаев оставил. И передачу какую придумал. Ой, какая встреча неприятная в Талмасово. О, в стиле Лука Модрича. Правда, Лука делает это правой ногой, а Насрулаев исполнил левой. А, ну тут он показывал, что ногой вроде бы идет на мяч. Там и в печень ударил. Ну да, встреча закончилась. Наша началась позже. Скоро тоже закончится. Садыков вешает, бьет кто-то из футболистов Насафа. Не исключено, что один из центральных защитников, а может быть и мозговой. Мяч летит выше ворот. Друг другу здесь немного помешали. Мозговой, кажется, и Аликулов. Ну так совсем, малость. Соса Дулаев, что я такого говорю. Удивился вообще, думаю, не похож на Шарали. Навес штрафную! Нож нанести. Ну, в любом случае, эта атака получилась неплохой. Ну и Насав, наконец-таки. Надо говорить все-таки о чем-то другом. В штрафной площади Базаров. Вынужден играть назад. Нурулаев на Базарова. И все, отворот. Минус 12. Такой гандикап у Мадрида. Там, кстати, ближе к ним находится их
их земляки по Мадриду. Так, вот это вот может быть интересно. Кинжибаев, здорово, удар, и счет становится 1-0. А мы же задавались вопросом, Кинжибаев может сегодня забить? Может, а будет ли он праздновать? Не будет. Вот, друзья, два вопроса, и наши варианты оказались. Скидочка. Опа, обокрал одного, второго, ушел от Ишмуродова Кинжибаев. Какой галечник-то положил, а? Причем не сказать, что типичный для себя. Он здесь больше, вы знаете, боролся. Вот здесь проборолся, ушел от одного, от второго, от третьего. Вот это да. Дорогие друзья, Кинжибаев сейчас прошел трех футболистов национальной сборной Узбекистана. Аликулов, Ишмурадов и Нематов. Разыкол Бердыев, может быть, с Кинжибаева. Был готов к тому, что его партнеры вот так мяч потеряют. Навес. Так, интересно. Насрулаев. Не дадут. Насрулаев подсмотрел Кинжибаев. Вот теперь можно грузить. Теперь можно вешать. Теперь можно где-то даже и Аликулову, или Ишмуродову, а может быть даже в конце двоим, если счет не изменится, в штрафную площадь ходить. Кызылкума, Лима, как здорово вышел. Играет сейчас на позиции справа, как раз таки там, где был до этого Нурулаев. Сидыков здесь прочно обосновался, грузит, удар! Ближний угол сейчас стрелял. Рефери показывает, что от ворот. Хороший пас был. Удар тоже был хороший. Как сложился здесь Азизбек Амонов, а? Уже много чая, кстати, добивается своего. Мяч отбирает, сразу же пуляет его вперед. Халтурая, перед ним Ишмуродов. Халтураеву нужна подмога. Ну, возможно. Ну, нет, так не обыграть. Так только. Так. Сыдыков. Насав, хорошо. Амонов, ложное движение. Матеос под удар. Удара не будет. Абек. Амонов, Матеус, добить уже пора. Или вот так вот делать передачу. Насрулаев, удар низом. Талмасов блокирует. Насав замельчишил штрафной площади Кызылкума. Очень много футболистов здесь. Терять очки вообще не входило в их планы. Новая, вот момент. Удар поворота, но мяч летит ровно по центру после удара мозга. Ну, я не знаю во сколько раз, но однозначно в разы веселее. Интереснее то, что... Так, чем ответит Кызылком? Есть вариант слева. Мяч туда отправлен. Принимает Нурматов. Его приближает штрафной. Двигает сильно, не точно. Ну, хотя бы так. Ну, надо, да, рисковать. Конечно. Зафар Мурат справа играет на позиции защитника. Они рвали на части всех. На ломти, на молекулы. Сыдыков! Штрафной мяч. Удар! Это был Базаров, но он по центру вновь стукнул. Ильясов и тут справа. Насав старается играть по-разному, разнообразно. Кинжибаев играет классно. Кинжибаев, он отсюда прошел и забил. Кинжибаева на этот раз не пустили. Захлопнулся Базаров. Несколько ложных движений. Мяч штрафной площади. Удар! Еще раз смотрим. Момент Каршинский. Здорово здесь разобрался. Кто там был, не знаю. Кимов. Свисток прозвучал. Разбег. Удар низом. И... Ой, какой момент! Прострел! И здесь Кызылкум. Еще раз смотрим. Разбег. Удар. Кого-то мяч угодил. По-моему, там Хуснутдин Аликулов подставил свою ножку и мяч, облизав внешнюю поверхность его правой стопы, да, угодил штангу. Если это домашняя заготовка, он уже там, где Мануэль Нойер обычно любит играть, когда Бавария проигрывает момент! Каким там непонятным образом! Теперь смотрим на весь штрафную площадь. Здесь идет борьба, скидка. Офсайда нет. А, вот оно в чем дело. Падение. Я тоже не понял. Так, раз. Ой, это был, оказывается, Мамат Хаджаев. Молодец. На Джафали, что закрыл. Так и надо. Мы не... Что это такое, друзья? Что это такое? А, он выцеливал, мяч не попал по мячу. Мамат Хаджаев еще за руку держал, видите?
И почти двинул по пятой точке Гайбулаеву, да? Смотрите, вот он момент. Рука. Ну, это нормальная история. Вот здесь, оп, по мячу хочется играть. Ударил. А, не, по пятой точке не попал. Ну, почти так рисовалось. Ну, ручку держал. Да, держал. Все, решение принято. Итак, пенальти. Итак, все готово. Один из важных моментов этого поединка. Возможно, решающий. Все готово. Разбег небольшой, очень странно. Удар! И как здорово-то пробил Абдурахматов. А, он обманул просто вратаря. Удивительная штука, что разбег... Assalomu alaykum Qo'qonim, assalomu alaykum Qo'qonim mehmonlari. O'zbekistonning eng yosh professor